Доброе утро. Пришло время для встречи первого гостя в нашей студии. Андрей Мохов, юрист. Говорим мы ему с огромным удовольствием. Здравствуйте. И прямо сейчас с Андреем мы капитально разберемся в вопросах, связанных с оплатой капитального строительства. Капитального строительства. Капитального строительства, да. Ремонта. А, капитального ремонта. Вопросы капитального ремонта и строительства. А строительство не фигурирует слово в этих сборах. Капитальное строительство – это немного другое. Итак, действительно, сейчас многие люди задаются вопросом, платить или не платить. Что будет, если не платить? К сожалению, и многие ли люди? Вот тоже вопрос. К сожалению, последствия будут такие же, как и у любых других неплатежей. Организация, которая уполномочена собирать эти сборы, обращается в суд и взыскивает эти затраты, плюс пени неустойки, а также в некоторых случаях имеет право на возмещение судебных расходов. То есть от неплатежа размер долга увеличится. То есть получается все те же последствия, тут вы меня поправьте, потому что я могу ошибаться, это вас не выпустят за границу, будут проблемы при остановке сотрудниками ДПС, там, если вдруг вы есть в базе данных неплательщиков и так далее и тому подобное. В общем, все то, что обычно вам делает государство, если вы не платите государству. Все очень просто. Получается, что это такой же платеж, как и все остальные. Он в результате реформы был выделен в некоторых случаях в отдельный платежный документ, потому что его получателем является в большинстве случаев фонд капитального ремонта, а в некоторых случаях владелец специального счета, на котором аккумулируются средства, в виде управляющей компании либо ТСЖ. Дело в том, что несмотря на то, что год или два назад этот вопрос был очень резонансным, в средствах массовой информации политики часто поднимали его, и он, скорее всего, в 2016 году перед выборами снова всплывет. Но дело в том, что фонд капитального ремонта, например, Красноярского края отчитался в начале этого года о том, что более 70% всех собственников жилых помещений платят все-таки этот взнос. То есть неплательщиков сейчас 30% получается? В среднем по России даже еще меньше, чем 30%. И фонд капитального ремонта даже при этом низком количестве неплательщиков в декабре 2015 года, и уже на данный момент сейчас продолжает эту работу, через суд взыскивает деньги с должников. Нет, это прекрасно, что они отчитались, да, кто платит, кто не платит, а отчитались ли они, как расходуются средства? Вот где можно узнать, куда идут те деньги, которые мы платим им? Дело в том, что предыдущая система, которая ранее существовала, до введенной сейчас, она имела проблему, какую? Ограниченные возможности контроля за тем, чтобы начать этот ремонт, и ограниченные возможности контроля, как он проведен. Государство или контрольные органы вообще не имели практически рычагов. Точнее, эти рычаги применялись, однако результат не наступал. Я могу привести пример одного дома в микрорайоне Солнечный, небезызвестной, даже скандально известной управляющей компании на букву «К». Этот дом 10 лет пытался добиться капитального ремонта и сделал капитальный ремонт только одним способом. Создал ТСЖ. После этого капитальный ремонт на свои деньги они произвели, однако скопленные деньги на капитальный ремонт в период этот они так до сих пор и не получили, даже не имея решение суда. Да. Так, ну а сейчас, вот как это работает, система, где можно, есть какой-то ресурс, может, значит, в интернете, где можно для познакомиться? Тех, кто, для тех, кто хочет иметь максимальные возможности контроля и использования этих денежных средств, необходимо выбрать один из двух вариантов. Вы скажете, что необходимо устроиться работать в прокуратуру. Нет. Один из двух вариантов, самый удобный для собственников, это создание своего специального счета в банке, которым может управлять либо управляющая компания, либо ТСЖ, и на этом счете аккумулируются денежные средства по каждой квартире отдельно. То есть каждый собственник даже в отдельную ячейку их складывает. И самое главное отличие этого способа от второго возможного, то есть единого котла у вот регионального оператора, в том, что эти деньги могут использовать только сами собственники, только на свой дом. Региональный оператор может использовать в целом все средства на ремонт различных домов. Однако, конечно, с этим многие спорят, говорят, что это неконституционно, что сама система неконституционна, что она противоречит другим федеральным законам. Однако на сегодняшний день
нет выводов ни Верховного суда, ни Конституционного, подтверждающих вот эту позицию. Так, подождите, стоп, я чуть запутался. Мы скидываемся, платим за капитальный ремонт третьим лицам. И потом, если мы хотим, чтобы наш дом отремонтировали, вот этот вот, мы создаем счет, и эти третьи лица возвращают нам наши же деньги. Неверно. В момент принятия федерального закона вот об этой реформе, либо дом выбирает специальный счет, если не выбирает, то тогда у него общие правила сбора у регионального оператора фонда капитального ремонта. При этом фонд капитального ремонта создает программу. Вы можете, каждый человек может зайти на сайт фонда капитального ремонта и посмотреть, когда будет ремонт в его доме. Я это сделал для своего дома, увидел, действительно есть конкретно ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт того, ремонт 5-10. 2070-е? Тот дом, который я открыл наугад, допустим, соседний рядом с моим, 2023 год. 23-й год. Да. Ну, в принципе, кроме того, кроме общего плана, фонд капитального ремонта принимает краткосрочный план не более чем на 3 года ближайших домов, которые будут отремонтированы. При этом выбрать сами собственники фактически вот в этом плане свой срок они не могут. Им назначается этот срок. И если они в этот срок средства даже со своего счета не направят на капитальный ремонт, то тогда их уведомляют о том, что у них аннулируется их специальный счет, и они обязаны эти деньги перевести. Там, конечно, порядок еще не предусмотрен, да, как это делается, но диктуются сроки капитального ремонта фондом, а также надзорной службой, служба жилищного надзора. Андрей, если человек переезжает в новый дом, жить в новый дом, то он тоже должен будет платить за капитальный ремонт? Значит, не зависит плата. Она утверждается для одного региона, для любых домов, да, и эти платежи вносятся, но они ждут своей очереди. Да, ждут своей очереди. При этом капитальный ремонт может быть произведен и за счет дополнительных средств, например, субсидий, да, из бюджета, и он, эти субсидии, они как бы кредитуют ваш счет личный, и вы потом своими сборами это добираете. Вот и все. Отделку можно будет выбрать? Фасада здания. Если это специализированный счет, то тогда организацию нанимают сами собственники. Они могут сделать за свой счет что угодно. Если это фонд капитального ремонта, он организует конкурс и проводит по максимальным ставкам. То есть ограничения по каждому виду ремонта. Понимаешь, да? Почти. И надо почитать литературу, да, наверное, все-таки, чтобы разобраться. Заходи на сайт фонда ремонта. Я визуально лучше воспринимаю информацию, чем аудиальную. Это у меня такая особенность организма. Хорошо, будет изучать Антон лично. Вы, если тоже хотите, то заходите на сайт фонда капитального ремонта. Ну а в гостях у нас был сегодня Андрей Мохов, юрист. По понедельникам мы встречаем его в нашей студии.